Приветствую вас, друзья, подписчики, зрители моего канала. Продолжаем обзоры интересных монет, и сегодня хочу предложить вашему вниманию вот такую монету. Это монета Южной Кореи номиналом в 500 вон. Год выпуска 1983. Материал этой монеты — медно-никелевый сплав. Гурт рубчатый, форма круглая, монетное отношение аверса и реверса 180 градусов. Вес 7,7 грамма. Диаметр 26,5 миллиметра, толщина 2 миллиметра. Итак, здесь на аверсе монеты мы с вами видим изображение японского, или, как еще его называют, маньчжурского аиста, и надпись на корейском языке. А теперь немножко о этой птице. Японский журавль или маньчжурский журавль, а также еще его называют уссурийский журавль, это птица семейства журавлиных, обитающая на Дальнем Востоке и в Японии. Редкий вид, его общая численность оценивается всего лишь около 2000 особей. Находился под угрозой полного исчезновения, охраняется международными и национальными законодательствами. Однако с последней трети 20 века в связи с постепенным ростом численности вида на Хоккайдо японский журавль начал постепенно осваивать и соседние российские острова, такие как Сахалин, Кунашир, Хабумаи и другие. Один из самых крупных журавлей. Его рост составляет около 158 сантиметров, а вес 7,5 килограмм. Большая часть оперения, включая и кроющие перья крыльев, отличительный признак от других видов, ярко-белые. У взрослых птиц в верхней передней части головы перья отсутствуют. Кожа в этом месте окрашена в ярко-красный цвет. Чем-то похоже на кожу у индюка. От глаз к затылку и далее на шее имеется широкая белая полоса, которая резко контрастирует с черным цветом шеи. Радужная оболочка глаз черная, ноги темно-серые. Половой диморфизм, видимое различие между самцом и самкой в окраске не выражен, но самцы выглядят несколько крупнее. Молодые журавли выглядят несколько иначе, их оперение имеет смесь белых, рыжих, светло-коричневых и светло-серых тонов. Природный ареал охватывает 84 тысячи квадратных километров и полностью ограничен Дальним Востоком и Японией. На сегодняшний день всего различают две популяции этой птицы, одна из которых условно называется островная и ведет оседлый образ жизни на востоке японского острова Хоккайдо и южных Курильских островов, а вторая популяция материковая, гнездится в бассейнах рек Амур и Уссури к северу от озера Болонь на территории России, а также на северо-западе Китая вдоль границы с Монголией. Кроме того, имеется обособленный природный участок этих журавлей на территории национального природного заповедника Шуантай-Хэкоу в восточно-китайской провинции Ляонин. Материковая популяция в зимнее время мигрирует на корейский полуостров в бассейн реки Чхорвон в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей и на восточное побережье Китая. Сильно зависит от источников воды, поэтому гнездится исключительно в заболоченных долинах рек с обилием осоки, вейника или тростника. Вот такая вот интересная, замечательная птица. А теперь перейдем к реверсу монеты. На реверсе монеты мы видим обозначение номинала крупными цифрами 500, надпись иероглифами внизу и сверху год 1983 и точечное оформление ободка гурта. Вот такая вот монета с такой интересной птицей. Всем спасибо за внимание, за просмотр. И до новых встреч. Удачи!